Я нахожусь на птицеферме. Вот это как корпуса, где выращивают птицу. Еще один корпус. Очень большая птицеферма. И мы работаем на трансформаторной подстанции. Двухтрансформаторная АТП. С двух сторон к ней подходит высоковольтная линия. Вот это первая линия, 10 кВт. И с правой стороны вторая линия, 10 кВт. Двустороннее питание. Сегодня на улице минус 25. Очень холодно. Но что делать? Работать все равно надо. Что я хочу вам показать. На данный момент ТП полностью выведено из работы. Отключена с обеих сторон. Но, как вы видите, все работает. Из вентиляции пар идет. То есть напряжение, питание по 0,4 присутствует. Откуда оно берется? А берется оно вот за ТП стоит дизель-генератор. Такая будка вон синяя. Сейчас я покажу, пройду. Он очень шумно работает. Дизель-генератор на основе танкового двигателя сделанный, 12-цилиндрового. Очень большой. Вот выхлопные трубы. Виднеются. Сейчас генератор работает, питание 380 вольт поступает от него к потребителю. Вот такой вагончик. Сейчас я вам покажу, как это выглядит изнутри. А пока я просто скажу. Вот где решетка? Решетка. Это оттуда выходит теплый воздух от радиатора, охлаждения двигателя. Вот видно, что даже снег растаял. А забор воздуха для вентилятора радиатора идет вот отсюда, через вот эту решетку. Очень он шумит. Сейчас я зайду вовнутрь и покажу, как внутри это все выглядит. Там будет очень шумно. Объяснить я ничего не смогу. Просто посмотрите, как выглядит дизель-генератор.
работает дизель-генератор на основе танкового двигателя. Вес, кстати, вот этого вагончика 5 с лишним тонн. Все, спасибо за внимание, всего доброго.